У наших соседей на Южноуральщине чекисты и оперативники отдела по борьбе с оргпреступностью полицейского главка при силовой поддержке спецподразделения УФСБ и ОМОН «Таганай» обезвредили 5 молодых, но суровых челябинских мужиков в возрасте от 28 до 36 лет, которые, как полагают силовики, имеют прямое отношение к оружейному схрону, который был обнаружен еще в начале осени под Кыштымом. Тогда челябинские чекисты неподалеку от поселка Дальняя Дача обнаружили тайник, нафаршированный оружием, ручными гранатами и запалами к ним, имитационными минами и целым ворохом патронов разных калибров. После облавы из 1000 патронов силовики аккуратно выложили несколько гирлянд. В том же подземелье были обнаружены обрез ружья и пистолет. Тогда никаких видимых следов и улик в оружейном схроне чекисты обнаружить не смогли. Но к делу подключились борцы с оргпреступностью, которым в соавторстве с оперативниками УФСБ удалось таки размотать криминальный клубок. Пока, впрочем, не до конца. Хранитель оружейной точки изобличен, а степень соучастия его подельников в незаконном приобретении, в хранении и в сбытии оружия сейчас выясняют следователи.